Всем привет! Если вы смотрите это видео, то попали на мой канал. С вами Дрейфор. Добро пожаловать обратно в Блич, Брейв, Соулс. Сегодня витрина появилась с четвертым раундом новеллы, где у нас есть Токинада, Халибл с Хугиоку и Бараган с Хугиоку. Собственно, главный антагонист. Правильно говорю, нет? Я забыл, антагонист, вроде злодей, новеллы и два из эспады, второй и третья. Итак, что у нас по персам? Персонаж Токинада, пробивающий, игнорирующий гуард, не резист, не барьеры, а именно гуард мобов. Вот, прямым текстом написано тут где-то было про него. Вот, типа он может... новый гуард, скилл, который обнуляет... гуард врагов. Не барьеры и не резист. Вот как это работает. Халибл с бустом и топовыми скиллами, но без дебафов. И Барган топовый кастер с топовыми скиллами. Предаточек, из которого у меня нет только Урахары. Очень плохо. Хочу вообще очень таки надо. Но не откажусь от Баргана, ну и Халибл для этих самых эпиков. Поехали. Надеюсь, что будет не слышно. Первые 4 звезды. Орбы еще есть где взять, так что... Так. Кто же там? О! Хали. Халибел. Неплохо, неплохо. Но мне бы таки надо еще. 4 звезды, такие здоровые по моделькам, будто бы 5 звезды. Думал, 5 звезд какой-то. Отлично, Халибл есть. Едем дальше. Собственно, меньше всего хотел и получил, как обычно. 4. Не повезло. Едем дальше. Еще 2 попытки. Ох, не везет. Ну ладно. Последняя попытка. И надеюсь, сейчас выпадет. Нет. Не выпал. Вот. 1250 орбов и 1 пятизвездный. Ну, бывает и такое. Нам. Ну... орбов-то достаточно есть где, новая стори добавлена, плюс персонажи еще не прокачанные есть. Вот даже Халибл. Потом у меня еще 5 звезд. Мне, кстати, упал с билетов. Во. Зомари. Ну и, собственно, Халибл. Ура, съездились, а, блин. Черт. Ну и, в принципе, все, да. Больше ничего пока на прокачку нет. Также еще 200 орбов можно собрать с Эпик Рейда, который мы будем записывать, который вы увидите прохождение в следующем видео. А на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Спасибо за просмотр. Следуйте по всем ссылкам в описании, жмите на колокольчик и не забывайте, что ссылочка на плейлист с этой игрой есть в описании и в подсказках этого видео. Всем удачи и всем пока.